Ежегодно из краевого бюджета на решение проблемы бездомных животных тратится 17 миллионов рублей. Например, в Георгиевске за одну бездомную собаку отдают почти по 10 тысяч рублей. Об этом рассказали сегодня власти городского округа на заседании Совета муниципалитетов. В эту стоимость входит отлов животного, обработка его от паразитов, почти месячное содержание в приюте, стерилизация, чипизация, реабилитация и возвращение в привычную среду обитания. При этом уничтожением бездомных животных, во всяком случае в черте города, по заказу администрации никто не занимается, заверил собравшихся замглавы городского округа. Для того, чтобы животное подверглось эвтаназии, для этого должны быть веские причины. То есть оно должно либо болеть какой-то болезнью, либо представлять явную агрессию, либо еще там что-то. Вот, справку, подтверждающую наличие какого-то из факторов, дает ветеринарная служба. Напомню, именно в Георгиевске несколько дней назад зоозащитники подняли тревогу. В городе кто-то потравил животных. Пользователи выкладывали в соцсети фотографии мертвых собак, кошек и даже птиц.